Сейчас ты даже не осознаешь, что в твоих руках самый ценный ресурс на Земле – это время. И оно неумолимо истекает. Мы почему-то забываем, что каждая минута, час, день, месяц, год нашей жизни находится в нашей власти. Все думают, да, успею еще. А потом раз – и все. Ты понимаешь, что твой поезд ушел. В это мгновение ты вспомнишь все то, что мог бы сделать. Ты услышишь грохот двери возможностей, захлопнувшейся за твоей спиной. Так вот, хорошие новости в том, что у тебя пока еще есть шанс не допустить этого. Всю свою жизнь я слышал, просто тебе повезло, это удача. Чушь собачья. Все началось с обычной веры в себя. Изо дня в день я вставал в 5 утра и закалял свой характер. Никто меня не видел, я все равно вставал и тренировался. Каждое утро я укреплял веру в себя таким образом. Чтобы однажды вся эта подготовка, как атомы, столкнулась с возможностью, с моим главным шансом в жизни. Ты всегда будешь контролировать свою судьбу. Только ты один и никто другой. Я тебя прошу. Пожалуйста, начни уже что-то делать для своей мечты. И не избегай сложностей, ввязывайся в самую драку, получи нокдаун. Ведь только так ты научишься драться. Только так ты сможешь крепко стоять на ногах во всем. Еще один не самый лучший вариант – это страх. Он обкрадывает тебя, крадет твой истинный потенциал, как паразит питается твоей самооценкой. И когда страх приходит в тебя, он по-хозяйски начинает распускать свои щупальца, и ты мог бы убить его прямо там на месте, но ты этого не делаешь, ты просто разворачиваешься. Какой смысл в этом страхе, который только и делает, что тащит тебя назад? Зачем опускать руки вместо того, чтобы встать и взять, наконец, под контроль свою жизнь? Просто задай себе вопрос, сколько еще ты будешь позволять этому тянуть тебя назад? Ты сидишь сейчас перед экраном и сам понимаешь, что тебе нужно сделать этот первый шаг. И я знаю, первый шаг самый сложный, но его нужно сделать. Просто возьми и решись, наконец.